Не, просто там... Ты в Израиле живешь? Да. Прикольно. Вот, и получается... Поехали. Индия, которая была на Орде, она развалилась, а здесь у меня с циркла человек гильдию собрал, вот я с ней не бегал, потом что-то заболел, случилось, короче, меня заменили. Понял. Что-то, мне кажется, хант не зайдет уже, да? Я написал. Да нам слот любой, нам хант для чего. Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, вот, каким будет. Идите туда страшим на лестницу. Истории влево. Мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои, там два моба несчастных бьют, коли пал. В этих проклятых залах. Скрепите свои сердца. Рибис, поставь это. Ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Ну, да. Враг падет, когда свет коснется его. Который ретроковское воздаяние или как? Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто. Грипните сюда, Елизаветочка. Грипни. Грипни, когда у меня? Пока. Гесу. Когда? Ладно. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро Хашера. У меня будет кто? Другой рыцарь. О, значит, с Рудианов будет Хашер. Это кто? Смотрим. Сломить его было очень трудно. Я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Да, берите пачку и влево, уйдите все, плиз. Идите прям влево, чтобы они не спустились. Лучше. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! В конце концов, все вы будете служить мне. Что же это? Если Болвар жив, то может есть надежда на мир между Альянсом и Ордой? Нужно Рахи попасть на верхушку этой проклятой башни. Ну, за пульт просто сюда. Да будет так, во имя света. Дарксайда. Подготовить усмиритель небес к воздушной атаке на цитадель. Герои, попытайтесь выбраться на бастион. Попробуем встретиться с вами. Смертные! Ваш путь вроде бы фул. Закончится. Так если никто не умрет. Никто не смеет входить в обитель. Так это Вики. Не хочешь эксплоза за бонус покидать? Или в паяльник? У нас тривара. Чё? Ну, один из них каждый по разу даст, это уже Сандра. Так это время, проще сразу эксплоу скинуть. Я за бонус предлагаю. А, не, ну мы же не налоги играем, сам скажу. Ну, понятно, твой урон босса больше будет. Вряд ли. Никто из вас не хочет за бонус? Руки теряют больше, чем вары. Хорошо, товары вы на эксплозах. Ну, на Сандра втроем. Так, у нас двоих что-то... Да, ДЦ где вообще? ДЦ тут? Захожу, захожу. Давай. А ДК за голдой сейчас придет. Релогается. Давайте камень пока поставлю. Так, Гессу ты... Сейчас дымки раскину.
Короче, если ты на белый дымок влево убегаешь, прям дымочек недалеко не надо. А, получается, Гудвик в правый дымок зеленый. Смерт, ты сможешь вот сюда на фиолетовый дымок убегать? Тебе этого босса считать не буду пологом, окей? Третий. Шли. Хорошо. Там, если что, не зыбку прожмешь, и я вам сейчас как танк выделю. Смерт тоже поставлю, не проебить его. Если он будет на ШП здесь висеть, то киньте ему боб. Пало. Да не, в танк не надо. Дамаж. Бля, если наручные упадут, я вскроюсь нахер. Скрывайся. Это Гудвик у нас такой? Депрессия. Возьмите половина. Камушки, там. Суманите, пожалуйста, ДК. Спасибо. Я вроде суманул. Да, да. Не пришел тебе сум? Нет. Давай еще раз. Так, рыжий у нас сове. Так, мы договорились, да, ребятки? Мы шипы убиваем, из огня выходим и стоим сзади босса. Играем с Ивола. Парсов здесь не будет. Так, еще. Секунду еще. О боже, одну минутку. И бомбу, блядь. Есть столик кого-то? Поставьте. Вот слева от шкафа. А я про булки. В смысле? Ну, булки. Слева от шкафа. Да, ты их, может, просто не видишь. Я ставил уже. Сейчас еще раз поставлю. Кушать еще. Переставь сложность на вверх. О, спасибо. Так, фласки пропейте все. Смерть, я на тебя еще СС накину на всякий. Еще встанешь. Дарксайда, Топтарс, Куку и Колозук. Готово? Топортас, фласку. Все по 15. И еще раз играем с Айвово. 5, 4, 3, 2, 1. Блять, накроет этот мир волной смерти и разрушения. Разбили шипы. Это смерть. Смерть, убегай. Рибис нажмешь десак на вихрь и петух продлишь. Выведи шипы. Беги, малышка, беги! Блять, по уши обстаю. Стойте в середине, чтобы у нас не коцал. Шипы разбейте. Разбейте шипы, милики. Шипы, шипы. Дцегим на ХП нажми. Вперед не подходите, кольцо. Ведите, ведите. Все, можно оставить его. Костяная. Шипы разбили.
Лазу Квинер в Рибис. Айсера Синер в ЮАДЦ. Слушайте, у нас неплохой депс. Не, я думал, хуже будет. Какая ритмная жопа. Давайте про лут тут не заморалить близ войс. Подземно кинуть. Это. Потом тогда подземный там потом в конце рейда просто с одной, окей. Квест не делаем? Нет. Не-не-не. Берите трэш и за стену его заводите сюда. Не делаем, да? Нет, нет, ну, хочется не брать. Точно не делаю. Вы берите трэш танки. Чё ждём? Воевать надо. Да он сам выйдет. Второй пакт-то заберите, пизда. За вас все делать танки, да, буду? Да я думал, бабки заберёт. Нет, я говорю, за стену заведите его. Не слышите? Я вроде норм, слышно. Микро нормальный. Что РЛ не слышно? РЛ не слышно? Да. А вот так лучше слышно? Посмотрите на свои руки. Вообще, мне как бы если его дочь в туалете. Понял. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве. Так, нам тут хватит урона пронести до вторых. Но смотрите, что нам надо будет сделать. Нам нужно, чтобы каждый влил в босса с потами. Мы зададим всех бомжей. И когда выйдут первые ады, мы их не кливаем. Мы просто ебашим босса на все деньги. Потом ДК поведет, рогиха напулите, позбиваете косты. И постанете в центр. Это три совы и кипятикола. Вы на декурсах. Чтобы в сале тут люди не бегали у нас. И от духов мы будем отходить. То есть, как видите, дух от него отходит. Все милики. Если у нас позрывают люди, знаете, что будет. Подземный соло будет стакать на информацию бонус. Окей. Так это долго будет. Каждый скинетесь, а он пусть поддерживает, и все. Угу. Вы каждый киньте по Сандру, а он два кинет еще, и будет пять. Угу. Так, все, мы до... 25 секунд, только три. Да, по 30 еще дам. Кушайте рыбу. 10-15 секунд, да и дам по 30. Бля, песня заиграла в реках черные глаза, лох. Блять, я совет не слышал. А Герц Пола, да? Да, говорю, мы ебашим босса на все бабки, чуваки. Мы не клевываем бов, мы просто ее больно бьем. ДК справа, протпал слева подтянешь мобов, подведете ее в босса. И все ДК, у вас 4 штуки вместе с БДК. У вас выйдет всего 3 кастерских моба. У вас 4. То есть, не дай бог, хоть один ад здесь будет стоять, буду прям чекать, кто грипп нажал, кто нет. И также на второй фазе, чтобы все мобы кастерские были в боссе. То есть, сами разворачивайтесь, моба увидели, нажимайте грипп до рефлекта. Чтобы у нас мобы тут не стояли, не настреливали. Эрся. И совы вы смерчуете, прилетите сначала миликов, даете контроль, а уже потом РДДшникам. Чтобы нас не кливали. И тоже смотрите, перед МК не кливаем. Пол 30. Рохи, на полу посолите тогда. Да, вот на 2-3% босса на пол в ДК дадите. И ты смотри, если 1-2 стака, от босса лучше отходи, не регени. А то будет габо. Вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Мобов подводите, ДК гриппаем. Слева моб, грипп. Нажали грипп, гриппнули моба. Слева моб стоит, стреляет. Алло. Покажи,
чужакам мощь нашего господина. Вам будем чекать. Ебашим босса. На все бабки бьем, именно босса. Мы не уешим. Далее контролю. В ДК приоритет контроль, Сова. Из лужи вышли. Стоп, по боссу не успели. Стоп, никто не бьет босса. Никто не бьет босса, отошли. Работаем по мобам, потом переводим. Восстань и обрети истинную форму. Рибис под первой стрелой даешь десаку. Почему меня фанатик бьет? Пропал, блядь. Че это за хуйня? Подними меня, лазук. Ты я за эту хуйню валяюсь. Вот куда смотришь, я за ней, да. Дайте на пулу. Спасибо. Подземного БР. Еще каст бейте один. Все, больше не сбиваем косты. Духи отошли. Петух под эти стрелы даже десак, который еще будет. Трэш подводите и грипайте, да. Дух, подведи к трэш милишный, попал к боссу. К боссу подведи его. Даркса, ты убил чела с духами. Пожалуйста, отходи от духов, не взрывай. Айсерс, подними еще раз вара. Дали контроль, и духи вышли аккуратно. Бля. Ёбаный рот, Елизаветочка. Хой, подними пресс Елизаветочку. Все, оправдание все потом. Своих действий. Петух на Фрост и Машку под следующее. Духи аккуратно, там мили. Мили вроде нет. Мили идет один, давить. Идет прям к вам. Ты не в силах. Подземный выживет, блядь, в этой игре, нет? Все поэтому не потратить. Дайте контроли. Я стою дамагу, почему у меня контроля нет? Совы. Совы, пенек, феррел. Работаем по боссу. Можно кастерского моба грипнуть в босса, Елизаветочка? Дай грипни его, брат. Я бью моба просто. Кого ты бьешь? Я стоял возле моба, бил его кастер. Так надо вопрос босса грипнуть, брат. Так у меня 14 секунд КД. Так. А у смерт ты грипаешь, брат? Так, тоже говорит, грипает. Ты не в силах. Елизаветочка, ты чуть не убил всех. Слоут, дай гим на хп, рибис десак. Что еще было? На станк сдох, попал, забери босса. Покайтите ее, милики, смотрите на ком он. Бэтбой, убегай. Убегай, бэтбой. На тебе босс. Просто бейте босса все. Все, что есть, бейте босса именно. Бейки, убегай. Бейки, убегай. Пойдет. Ваша смерть. У нас офтанк не было, что? Какой офтанк? Ну, который Адов забирал. Был. А что, он не мог босса забрать? Да как он наберет, на нее танк не работает. Ну понятно, но что он до этого не стоял, не, он так стоит он с мобами босса, бегает. С мобами. Но. В смысле, мобов же к боссу подтягивает. Так а зачем ему бить босс? Ну что, чтобы такой ситуации не было. Подожди, мне кажется, ситуация в том, что у нас танки не хилили, нет? Причем здесь то, что кто-то там тритовал, он не должен был тритовать. Он бегал, подвозил мобов, с мобами стоял, как он тритует леди. Что-то бред. Может, не в три танка по старой тактике? Мы убиваем в двух танков. Один трэш подвод, второй босс держит. Он не наберет столько трита, как дамагер, если ее будут клеить с трэшем стоять. Невозможно. Кстати, я не понял, хрень. На мне какой-то станк, блядь, откуда-то не пойму. Да это тебя в МК застанили. Кто застанил? Чел в МК подошел, застанет. А-а-а. Это сладкое тут, у тебя станки. А то я пытался, блядь. Так, ладно. Там. Пейте трэш, гоу. Гудвик, поехал. Так, лут, в принципе, неплохой, кстати, падает. Так, меткость, скорость, силы атаки, кольцо ловкостное.
Разрываем. Феральская. Следующий пак бьем, потом на маунт садимся и прибегаем. Только вперед крестика не убегаем, все вместе побежим. Если вы поспешите, посмотрим IQ. Вы еще сможете его нагнать. Это должно помочь. Ренджи, у вас всего 8, поэтому каждый рендж, неважно кто он, там... Невероятный парсер или там еще кто-то. Каждый рендж сейчас бьет, мобов будет бить. Сели на маунт, благодарю, стоим вас. Здесь, ждем. Крестику все подойдите на маунт. Сели на них. Сейчас все подойдут и побежим. Айсерес, Царапкин. Ну посмотрите на просто на этот солод. Назад посмотрите. Это кто? Есть! Побежали. Гес, улетаешь, Гудвик на трэш, и сядьте в эти пушки, там, в хилы, кто хочет. Все летают, я шмотки бидую. Кто бидается, можете АФК стоять. Кто не бидается, ебаш, разрывает все. Ходит редки, кинжал, крит, сделай заклинание и дух. Бисовый кинжал. А, да, надо спустить. Еще две пушки сядьте, ребятки. Две пушки, еще одну надо занять. Запускайте двигатели. Рыжий, сядь, блядь. Навстречу судьбе. Шмаляй. Держите дураков. Шлемы крепче. Мост, давай, трейд. Щиток бисовый на элемов, холи пауф, рестер шаманов. Погнали. Там петух десятку поставил, пишет. Это еще что? Дайте мне подзорную трубу. Клянусь бороду. Но у нее петух смерти, ник. Я поэтому так называю. 11 ставит. Парпас. 15 петух ставит. Учитесь ставкам. Ах вы псы трусливые, напали из-под тишка. Ник, так сказать, такой, а ставит как мужчина. Это не твоя битва, Дворф. Отступи, разрушители, раздели битвы. Я не знаю, кем ты там себя возомнил, господин хороший. Да что ж такое? Не сдадим мы без боя, дитя Стальгорна. Али изо всех орудий. Огонь! Полторейца. Боевого мага сюда. Пусть заткнет эти пушки. Какого лика? Блять, братик не дает. Держи. Бисовые ступни, крит, РПБ, сила. Выставляю. Очень хорош. Бисовые ступня. Правильно. Метатели топоров поживее. Ну, сейчас, когда на Орде ведешь, как ты не по себе, а на Рианте вообще, типа, спокойно. Что ты почти всех знаешь. Потому что здесь ты дома, понимаешь? Чего? Ну да, типа как будто дома. А там как будто в командировке, знаешь? На самом деле разницы нет. Ты... Ну нет, все нормально. Просто я когда у ВК, типа сколько я 4 рейда там отводил, там такие челы, блядь, ну выебывались так, я просто охуел. Меня мобы убили, дайте это, ресницу там. Тут шмотки бьют, меня мобы по голове бьют. Царапкин, бернишь, когда прилетишь. Метатели топоров поживее. Восемь пятьсот, нормально. Так. Теперь крит, сила заклинания, дух, кольцо. Невероятно. А, можешь рассказать, чем оно невероятно?
Кольцо сводящего с ума шепота. Где такую шмотку найдешь с таким никнеймом? Там плюс крит и дух еще идет. Не сдадим мы без боя дитя Стальгорна. Вон, мост шарит, блядь. Сразу говорит, а что, ты рассказывал побольше про шмотки? Ладно. Метатели топоров поживее! Метатели топоров поживее! Метатели топоров поживее! Ну не говорите теперь, что я не предупреждал! Летим дальше, братья и сестры! Да, кожа, грудь, крит, все сгнали дух. А вот из какой она коллекции? Это тоже коллекция Леди Смертный Шепот. Она зима, осень? Лет. Это кожа, ну, на осень, весну, короче, весна будет. Кожа, это как Хуга Босс 42-го года. Да. Блин, какого, сука? Хуга Босс 42-го года. Думаешь, здесь дураки мутворов, не поняли? Не, ну, ты знаешь эту коллекцию Хьюго Босс, когда выпускал 40-й, 45-й год? Ну, она в Россию доставлялась, а потом обратно они там все. Это как форма СС. Это форма СС. Так я тебе про это и говорю, алло. Просто другими словами, не такими, как ты. Дайте фулл ребаф попавшему с леди. Там в 41-м они демонстрировали коллекцию, а потом перестали. Я пока с Польши, да, был, бля, как понимаю? Рыбу ставлю. Да-да-да. Мне корабль куда-то полетел. Он за новой коллекцией. Бля, а правда сегодня лут хороший. Да, вот сейчас с того сундучка упадет то, что нужно еще. Трим, я улетел куда-то. Ты куда, Ребис? Да у нас ты здесь стоишь. А давай его суманем, у него, наверное, залагал, бывает такое. Бля, дайте ассист. Это не лечится. Так, смотрите, все РНЖи. Мы все бьем мобов. Вот прям моба убили, бьете следующего. Даже я буду бить моба и не буду стоять в миликах на демоне. Я буду стоять и бить с вами. Поэтому каждого буду чекать покемона, бил он или нет. Поэтому Холипалу вы даете первые бопы, потом Ретрик с Протпалом, потом Зисаки проколю, Гера с пула будет. По меткам буду говорить, но там милишную заберет Кипяти, а Рибис и Петух остальные. Как-то так сделаем. Вот. Все, в принципе. Рибис, все норм у тебя? Да. Да, Юрчо. На пулу в паладина. Хвой. Тут? Да-да-да. Я в самый левый бок, дайте мне туда встать. Да, я вижу там мат. Ну ладно, если ясно. Я не гордый. Блять, нет, маг, иди сюда, мне неудобно здесь нихуя. Иди встань на мое место, где я слева бью. Вон туда встанет, забейся. Дальнего моба просто бей и все, еще голубу нажмешь. Идите сюда, я покажу вам, какой силой меня наделил. Слушай, скажи, пожалуйста, ник, кого я держу по метке. Просто меня не отображает. Один орк против ладно. Войска Альянса? Это кто у нас такой? Один капитал, один шаг вперед. Кипятики. Компус убежит. Криво мобы пойдут. Пота. Во имя короля меча. КПА встаньте лучше в танков. Может там мобы не сложат. Чады будут. Начинаем. Там стану раскиньте, как может. Все бьем мобов. Агро.
Пиздец, я вообще не... В одного только что долбоут успел кинуть. Ладно, так же бьем. Все ок. А да, да, опять будут, ребят. Поломаю. Земля обогрится вашей кровью. Веселитесь, мобов, мобов. Слуги мои. Агро. Луну, луну, ребята, она вон уходит, давайте добьем. Скинулись, поболтуем. Найс. Первую метку бери, Рибис. Вторую такую возьмет петух, а первую милишу накипяти. Петух сам себя и частицу. Все, следующий, да, любую бери, кипяти. Вот третий, кто работает, я скажу. Бьем мобов, ребят. Мобы, мобы, мобы. Квадратик. Квадратик, луну, квадратик, луну. Найс. Депортас. Третья группа шаман на кипяти. Твой. Хилишь, кипяти? Да. Красавчик. Спасибо, то реально чуть не отображайся, хуй знает, как ты исправить. Мне несложно тебе сказать. Главное, что ты предупредил, а знаешь... Никогда чел, ну, типа, вайп... О, воля, лол. Опа. Сразу. Макс сразу проснулся. Предводитель орды у врага. Кто забил, сука? Конец. Да, под землю 15, держи. 15 ставлю, что за... 15. Сразу, брат? Ой, я. Волю биды. Да. А, что это сразу сделать? Понял. Да, да. Строится. Похоже, орда возвращается. Понял. Поехали. Понял. Вверх-то открытие, ребятки. Гудвик. Я открываю, открываю. Давай. Ребятки, мы идем по левой стеночке в чумку аккуратненько. Вы берете двух пуджей и вот заходите, да, с ними туда внутрь. Телепорт. Мы не пуляем валик, а просто туда заходим. Не нарывайся, орк. Мы тебя я не пропустим. Вот в ЛФГ. Тебя за чая сладком еще и колбу ебнут, я уверен. Ничто не помешает мне его забрать. Что, за немного же? Я не пущу тебя. Возвращайся, я на твой корабль, и мы тебя не тронем. Это не болезнь, просто. Редко падает вообще. Ну ладно. Давай я 47 поставлю, ты меня не будешь душить, пожалуйста. Позволь пройти скорбящему отцу. Моля. Ставь 47-100. Да, господи. Ты ж душнил. Слышишь? 50 тысяч отдать. Она в Next Raid за 15 идет. Не, она сейчас на ретрик очень хорошо заходит, но лучше, да, чем Прига и Черик. 49 тысяч отдал. Чем она лучше? Макс, ну ты рад? Своли теперь зато. Лучше, чем лучше, потому что она... У нас, объясню, знаете, почему он расстроен? У нас ушло две воли на этой неделе. Одна за 23, другая за 28. То есть он как две, короче, купил. Сейчас бои полторы минуты, 20, минуты 50. Если прокает, Своли, то, что нужно, она лучше идет, чем Рика. Что, а что ему нужно, скажи? Что там такое есть, чтобы ему прокать? На кого, на ретрика? Да, да, да. Конечно. Ждите, но... моба, не торопитесь, не торопитесь. А мы не торопимся. Хвоста, а мы идем хорошо. На силу, вот. И чашка, да, прыгает, да, на АП. Так, счет Алтора, Бисова, тринка хиловская. Если код хила ее нет, он ее не покупает. Но мы будем убирать хиловские доли.
А 10 катареньки кипите. Можно просто логи чекнуть и там налоги спрыгать. Все, байт удался. Надо еще объект. Да, я не был у врат гнева, но многое узнал от выживших солдат. Твой сын сражался достойно. Он пал смертью героя. Блять, зато... Блять, я вообще себе вольно на ДК взял, чтобы аренте, я не арене. Я еще и ШМ собрал, и не арене. 250 тысяч, мне похуй. Ты игра, брат. Зато с бисовой шмоткой. Так, рыжая. Поздравляю. Брин, смотря в какой ситуации. Если ты играешь с хилом, то ШМ лучше. Либо если долгие бои. Или вы туннелите, то ШМ лучше Брина. Брин выигрывает ситуацию с прыгом, только если вы колесите вокруг пиларов. Паузу бери. Да у меня 2400, я же, блядь, понимаю, чем я могу. Ну, за чего там колесишь, блядь? Ну, вокруг пиларов, когда вы бегаете, от КДшек играете. Смотря какая ситуация. Да, Брин, да, лучше. Я там нормальные челы свапают Брин с ШМом. Во время всего действия и все. А со соседнего окна дам, я, блядь, не знаю, буду плакать. Ну, гол эту хуету убьем тоже слева. Погнали. Все в порядке. Просто... Так, что там еще у нас? Кольцо повелителя скелетов. Крит, мастерство, сила. Это, наверное, хорошо. Да это вообще пизда, что за кольцо. Сладкий забирай. В смысле? 4 минималка? Так точно, ваше величество! Сладкий у нас 4 минималочка. Нет! Вы убили вонючку! Алло. Сейчас получите! Да что ты делаешь? Ставь. Я готов. Сладкий, не гневай богов. Спасибо. Так, третья лево, четвертая право. Там... на биссектрису. Тропа. Ну, убийцы сзади. Биссектрисе, да, мы убьем обов его, не переживайте так. Мы не вайбимся здесь. Это третья лево, четвертая право. В мели, все, кто в мели, вы стоите в кресту и с ним отходите от взрыва. Гудвик, ты МТ-шишь босса, танчишь. Под роту забегаешь, понимаешь, да, о чем я? Гессу, да, да. Ты танчишь слизней, забираешь их и водишь. Если нужно, попроси фридом, Гудвик тебе даст. Ну или там кто-нибудь спал. Говори там, в БДК фридом, если там время застрянешь. Тебя так, забираем больших. Вы не сводим их. Да, мы не сводим больших, выдергиваешься. Все прохилит. Держи сладкий. ГЦ. Объект Талик и спать. Еще чешуйка милично. С обычки. Вареску тоже идем? На обычку, да, быстро. Все. Стамина, дух и лапку. Дайте ребаф, ребятки. Лапка есть. Спасибо. Арча. Все бафы вроде бы есть. Так, кто там? Царапкин. Иди ремонтируйся, ты скоро сломаешься прямо в бою. Вон, слева. Все подчинитесь. 40% у тебя показывают. Ладони. Да зачем? Починись все. Починись все, господи. Просто починись все, ничего не говори. У 30. Хуя? Женщина. Тебя затронуло, что ли? Армию назад отойдите, сдайте, не спульте. Плохое. Five, four, three, two, one.
Мы не диспелим. Отличные новости, народ! Слизь! Макс, как шембуш собирать? Понятно. Ой, сейчас кому-то летит. Лазука, сэрс. Ложимся. Дайте диваны в бок отошли. Че, не плевали? Киньте диваны. Сейчас посмотрим. У нас кто-то в мили, да, зашел? Да. А вы понимаете, что у нас 8 ренджей, и когда, ну, типа, меньше 8 в рендж кемпе, ну, как вам объяснить, ну, снаружи стоит, он кидает газ в вас, а когда он кидает, то есть кто сейчас зашел, он нас свайпнул. Написано было сначала кукуйка газ, с него перекинулось на смерть, и все умерли. Верю в область. Тебя посмотрим. Да. Я стоял дальше, чем обычно стою. Кукуй не виноват. Я к ним завтра в рейд, вдруг кто пиздеть будет, пизды получит. Понял. А он тебя взял? Нет, что? Я подлизываюсь. Но после такого, блядь, он тебя обязан взять в рейд. Так, ладно. Раз причем, да. Типа я вот здесь вот стоял обычно, на пару шагов вперед прохожу. Здесь так не работает. Короче, там Царапкин впереди, я стоял. Линканулись вместе с ним и кинулись на милика всех. Короче, объясняю, что мы делаем сейчас. Все хилы вы будете стоять в рендже. И... чтобы понятно были, видите вот это кольцо? Вот белый дымок кинул. Еще сейчас с другой стороны кину на это, чтобы вы поняли. Вот, короче, внутрь его никто не заходит из ренджей и хилов. Все стоят и бегают по нему по кругу. Либо у нас так линканет, у нас мало ренджей. Ставлю рыбу. Шаманы, поставьте, пожалуйста, кто-нибудь тотема до сил природы, потому что я поставил, на меня забагалась эта панелька, я перезагружался, что-то не появляется. Ну, Тарика, поставь в центр. Я зачем-то бежал, думал, бежим. Подземную. Тут со всей точки же резать, с любой. Кушайте, бафайтесь. RNG вы заранее стакнитесь так, чтобы вам было удобно бегать по кругу. Единственное, два холипала идите в мили и в крест. Все остальные снаружи стоят. А зачем им там быть? Что? Ну, им там, по сути, не надо ходить. Подошли, побили, отошли. Рибис, ты чё? Бля, ты о чем сейчас говоришь вообще, рыб? Ну, Холли Паладинам тоже не надо там стоять. Так они же ману рисуют, не? Ну, они не все время это делают. Ну, лучше, когда, наверное, танк в туннеле, чем они бегать будут, нет? Вдвоем. Тут бои сейчас быстро. Блядь, рыжий, ни о чем вообще разговор. Давай арчаки кидаем. Хопал с центра. Да, хопал в центре. В центре станьте. Тут на пол на палу, да, надо? Да, пал танчит. Пол 30. Ладно, Рео. Ну вы то. Да холи палы хилят, холи лайтами стоят, а... ДЦ, допустим, он может бегать. Ему не так критично. Все, так делаем. Внутри кольца не заходите. Отлично.
отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Попал десак. Стоит просаживаться. Попал, дай десак. Отличные новости, народ. Я починил труп. Да, опять вас. Охту. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Дайте хрен. Уводи только их от мели, чтобы не взорвалось. У тебя последний. Отличные к мели не подводи его. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Мага, ты хильте? 24, алло. Сейчас рыбу. Кресте стоим, Миля. Снова потекла. Стоим в кресте. Перебежали с крестом. Да не выноси ты. Диспойн сейчас ДК. ДК диспел, сделайте, пожалуйста. Да все уж. Объект. Так, что у нас героический токен? Разбойник раз смерти маг другие разрываем. Как он там, покоритель? Знак защищения покорителя. Ставлю рыбку. Так, слева стоит третья группа, выбегается в квадрат ДЦ. Справа стоит четвертая группа, сбегается в ромбик. Также милишники бегайте за крестиком. После босса разыграю. Ну, давайте плащ, ладно. Крит, скорость, ловкость, бисовый плащ. Только это сила. Да, бисовый на анхоликов, на ретриков неплохо. Фрост ДК, Блад ДПС, ну это вообще пушка. Развивающийся саван, ебать. Я на первый начну ДК, на пол. Нет, танчит пал, потом ДК. А ну ок, тогда?
Зубы попросишь, а Гудвик дашь ему каплю, как он заберет. Окей. Держу. По 15. Босс будет стоять лицом в ворота или наоборот? Вот лицом, как он сейчас стоит, он должен так и остаться. Все надо не три нажатия и кинуть 5, в него тарелку. 4, 3, армия близко, осторожно. 2, 1. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я понял. Потрясающе. Какую тебе выйти бы? В кадр. Угу. Так, может. Забирай по ДК. Зыбку нажми. Пиздец. Гудвик лучше вообще не бей, босс. Я не вижу. Тотару убери. Да-да-да. У меня пельмень летит. Один, выйдите, пожалуйста. Зубы дайте. Зубы. Дука. Ясновидящий ты меня сейчас зачи. А, все, понял. Так зубы дайте. Так тебе дали уже давно зубы, они уже тебя даже прошли. Что-то мне нехорошо. ДЦ гимна ХП. Чё-то не отобразились. Не-не-не, были. Тём, можешь не забегаться-то. Эмили ушли. Подхильте меня. Под босс. Да что? Зачем? Да, мы отправляемся в Ром. Но уронили чего? Царапкина. Даже щитка нет. Там и в миле, на самом деле, еще 2-3 секунды, и, наверное, кто-то упал бы. В момент. Я почти упал, 200 хп. Бля, справа иди кто-нибудь, уже есть ок. Ждем челиков и заходим. Ну, я спекнусь на этих. Штаны бисовые, феррол, комбат. Да нет, типа, все норм. Стоим, ждем. Просто там Гудвик закапывает, заходим.
бедные царапки. Ты им не нравишься. Я просто тебя не люблю. Быстрее уже пройдите. Бля, вообще на танке можно логи сделать без ДТ-3-ней? Нет. Ну так-то хер с ними. Потому что все делают с ДД-тринками. Так, ставлю рыбу. Еще комбат пройдет. Так, кому из вас куда лучше? То в Буджасе. Давай. Гудвиг, тогда смотри, что мы делаем. А, его нет. Я на боссе? А, ты здесь. Ты на боссе, смотри. Мы делаем как раньше, то есть ведешь его вначале к зеленому, потом на переходке все милики. Сова, ты что, глянул? Назад убежали. Не за глянул. Лазук, ну ты еще. Это, то есть отводишь к зеленому, на переходках его водить к зеленому, красному не надо, точнее между переходками. То есть тебе, смотри, три раза надо к зеленому подвести. В самом начале оставить его на переходке, то есть милишники и танк мы остаемся, будем отлетать в ранжей. Потом первых двойных слизней прошли, ты его станешь у стола, и потом ко второй переходке ты его опять к зеленому ведешь, и мы там остаемся. Понял. То есть третью фазу мы начинаем танчить от зеленого, правильно? Да. Все. То есть мы не будем вот это у стола всегда ходить. Я понял, от стола не будем ходить. Я понял, хорошо. Не хватит. А бомжей даем под переходку или нет? Да, и давай анхолики. Ну, анхолик ты сдашь на первую переходку в зеленого, не в первого зеленого, а в переходочную. Окей. А фросты сдадите на вторую переходку. Так. Все вроде тут, Говорча. Так, ребят, мы все по слизням играем. Никаких тут парсов. Можете пот не пить, мы, скорее всего, будем стопать. По 15. Ну, мы будем стопать, в любом случае. 5, 4, 3, 2, 1. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожила. Бля, у меня корова брохала, сори. Азерот! Стопаем, не бьем босса. Сейчас слизняк будет, все его бьем. Не бейте босса, не бейте. Слизняка бьем. Милики к нам отлетают. Слизни, 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 слизни. Добили. Милики остались там же у красного. Ой, блять, у зеленого. Пей лужу. В центре нам выпей. Все бьем по цвету слизней. Все работаем по слизню. Милики, можете красную идти, у кого красную звезду сбежались. И бьем. Отлично. Работаем, работаем. Не води только Долоранову. Невозможно бить. Бля, ебать вагону в ахуе. Выбери сейчас. Дайте БР. Надо отлетать вместе со всеми и под выборы не стоять с ним, чтобы не вздыхать. Что-то я ничего не чувствую. Пельмени сейчас будут. Это еще откуда? У
Нет, стой у стола. Все, ты его не водишь до переходки. А, колба. Не, не надо подводить. Колбы. Выведи, выведи. Я вывел. Как-то странно водишь. Все, все. А к столу отойди, он куда-нибудь. Он рядом же стоишь. Нам придется двигаться от него. Да-да-да. Чтобы пельмени близко не подлетали. О, отошли. Хвоя кайте, РНЖ бейте красного. Пельмени вышли. Вот веди еще чуть-чуть, но видишь, мы не можем спину бить. Сейчас РНЖ будем бить зеленого, все РНЖ, идите сюда правее, бьем зеленого. Стоим, стоим. Пельмени отошли. Гоу все зеленого. Все в зеленого не бейте, босс сейчас переведете. Все по зеленому дайте, потом переведем. Дайте урон. Добили, добили, переводим босс. Пельмени еще будут. Отошли от пельменей. Захильте рейд. Рейд поднимитесь. Веди босса-то к этому. Ну ладно. Милик, идите к ранжам, короче, как появится. Идите к ранжам. Всех ранжам и бьем слизней. По слизням по урон. Дайте бомжа и ДК, фросты. Звезду сбежались все, звезду. Звезду и бьем слизней. Геру дайте. Слизней добиваем, бьем босс. Звезду сбежали, звезду сбежали справа. Кипяти, похиль сам себя. Да что это за хуйня, блядь? Ой, бля, какой же ты урод, нахуй. Почему ты под красным стоишь? Ты не знаешь, как работает слизнюк? Бьем босса. После третьего заберу. Забирай уже ДК. ДК, забери босса. Зыбку нажми. О, урон нужен ваш. Отошли от пельменей. Не хватит нам, чтобы кто-то забрал. Бэтбой, одевай щит и деф стойку нажимай. Дарксайда можешь под ботом забрать, если покиньте. Нет. Забирай босса. Дайте ему каплю, забирайте, попал. Забирайте. В бэтбоя дай каплю. Я должен быть. Ой, дух смерти, Сакама, ясновидящий, гимн на хп, не стой. Не, он не забрал. Ты там, что ли, не нажал? Под бой. Вахую. Там пельмень в мире прилетел. Че это за урод там был, нахуй, под красным? На че там стоял? На РНЖ в мили. Вот там. Бэтбой, какой боб? Еще раз, какой боб? Тебе сказали, ты сделал. Все за тебя Рэл сделал. Че ты стоял, ждал? Мы могли доиграть. Да никто так не делает. Все забирают под вас так и под зубами. Да, вставайте. Пиздец, ты стоишь, что ли, боб ждешь? Я сказал, никаких... Ну, я тебе сказал, что сделать. Надо было сделать и все. А не думать, где-то там как-то убивал по какой-то другой тактике. Тут любой милик стоит под своими сейвами один стак с каплей. Потом тебе дают зубы и еще одну каплю, и ты стоишь второй стак. Это проще, чем дать боб, понимаешь? Намного. И позабирать по одному. Потому что здесь просто хилы в тебя вхуяривают хил. И ты стоишь под сейвами, и все. А с бобом бывает карусель. Что-то может его не дать, или ты там не заберешь с ним, еще какая-то хуйта может произойти. Проще было сделать так, а ты тупо стоишь, как валенок, хотя тебе Рэл сказал, что тебе сделать. Тебе не думать здесь не надо, за тебя все придумали. Просто кнопку нажал, и все. Если тот сейф не дал, или тебя не захилили, это их вина. А то, что ты стоишь и не сделал, как Рэл сказал, это твоя вина.
Царапкин, в чем была у тебя проблема отойти от красного? Ну и, кстати, долго били. Там замерло, закончилось на красном. Мартак, как... Да при чем здесь орать? Меня просто бесит, что ты людям говоришь каждую кнопку, которую им нажать, а он, ебать, где-то там убил, узнал, что есть бопы, и сидит, ну, блядь, мы же не по бопам. Но ты же не думаешь, что есть какая-то другая вариация, как это можно сделать, нет? В ахуе, блядь. Этого босса тут миллион тактик, как его можно убить. Можно его просто перевести без Геры и дать Геру в конце и без слизни его убить, но не бить слизни. Можно сдать Геру в начале и потом побить слизни как, подольше. Есть, миллион есть, как его водить можно и так далее. Также и так, как можно забирать стаки, тоже есть по-разному. Скали надо просто сделать и все, и не думать. Я же тебе не могу это, когда тебе надо забирать за 5 секунд, все тебе это объяснить. Я тебе просто говорю, что тебе сделать, и все. А ты стоишь и ждешь бопа в ахуе. Так. Бэтбой, ты осилишь это сделать сейчас, если это нужно будет? Нажать деф-стойку, тебя дадут зубы, нажать ШВ и забрать под... нажать таунт. А потом на второй стак тебе, да, дадут зубы, еще одну каплю и просто тебя прохилят. Если у нас опять там откиснут люди. Его означали бэтбой, кукуйка и подземный. Ну типа вы стоите, у вас нету никого кроме вас, у вас выбирает под носом цель, выбирает кого-то из вас и умираете. Ну тоже пиздец. Потом от красного, ну, чисто вот на хуйне вот упали. От этого обидно. Ладно бы что-нибудь там невероятное было. Порта сдай, ну, выпей фаску. Лазук поешь. Пу 15. Так же все делаем, только смотрим на слизней. Если я что-то прошу сделать, делайте просто, как прошу, и все. И будет все ок. 5, 4, 3, 2, 1. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Рамзи, встаньте в сову. Встаньте в центр. Выпили лужу. Стоп, по боссу, сейчас слизняк будет, будем его бить. Стоп, 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 по боссу. Бейте слизни, все бьем слизни. Так этого я не буду замедлять, не хочет. Ну понятно, его не надо замедлять. Он после одного толчка должен сдохнуть. Добили. Все, стоим, ждем. Уяна. Вот дайте бы рыжий. Играем по слизни. Звезду. Хороший был. Ой-ой-ой. Ладно, мы тебя бэрим, ничего. Дайте бэр магу. Добейте красного. Отошли от него, он выбирает. Тарика, убегай.
Чё, блядь, нитров нет, нахуй. Просто забегал, чел, и сдох. Ничего не чувствую. Что? Это ещё откуда? Рыжа, подними мага, хвоя подними. Ладно, мага подними просто. Этот стал. Еще раз говорю, на выбор, блядь, отойдите на то расстояние, от которого можете от него отбежать. Ну не сложно же. Вы что, надеетесь, что вас не выберет или что, или прокатит на авось какую-то? Просто отойдите и все, там ваши 50 ДПС общих ничего не решат. А то, что вы не убьете кого-то, вот это решит. Пельмени отходим. Красному заехали. Блять, лучше нет хуёво. Пельмени 3 секунды. Бэтбой, убегай. Пойдет. Пельмени отходим. Стакнулись в центре оранжи. На мне чума. В центр водите все. Сейчас выберет кого-то здесь, 3 человека. Отошли правее. Чему в раньше вы отнесите? Бейте зеленого все. Все гоу зеленого, переубиваем его и переводим босса. Босса под зеленого вести или оставить? Не. Оставь. Зеленого бьем. Да почему? Че это за хуйня? Ай, забей. Стоп, босса, бейте красно. А здесь уже ГГ кабутки. Ладно, пробуем доиграть. Бейте красного. Никто не бьет босса, кто там босса стоит, бьет. Красно бейте, от пельменей отойдите. Монокомбо. Ну, забей, дайте дивана. Дивана, отойдите, дайте дивана порез, мы не убьем здесь ничего. Так. Тарика, почему ты стоишь у красного? Он на тебя цепляется, ты начинаешь прыгать и задыхаешь, забираешь с собой рыжу. Беги, малышка, беги! А у нас здесь нет хил, вот у нас рыжая была не на фул хп. Была на 50% тупо от хуйни. Бэтбой от чумы был и словил сразу сдох. Плюс лужа. Взрыв слизнюка еще. Хвоя от слизня, Елизаветочка и Мартакович. Подземный дальше пельмени. Ну, не знаю. Короче, это. Снимите диваны, гоу ресаться. Вы можете, вот стоит слизень. Вот смотрите, появляется 2 слизня. У вас в фокусе 2 слизня. Вы видите то, что он стоит, на нем же прям пишется, что он выбирает цель. Вам нужно спрогнозировать маршрут, что если он выберет вас, вы либо должны стоять там, где все, если это зеленый, или если красный, вы должны успеть от него отбежать и прокатить его, если он выберет именно вас. Все, ебать. И дать в них урон. Это же не сложно с 30% бафом, по-моему. Дать в них урон и быстро их убить.
Рыжий спек из хила. Так точно. Камни ставь. Сейчас поставлю. Дайте ассист, возьмите камни. О, 15. У нас не столько ДПС, ребята, я в начале рейда говорил. Мы не можем здесь скипать и играть как свиньи, мы должны тут отыгрывать тактики. Даже с этим бафом. 4, 3, 2, 1. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот! Бафы. Чумку бафнуть. Сладко дай кулак, Риви сказку. Стоп, побо... А, ну пока можно бить. Заберите чуму с меня. Не бьем босса, не бьем босса. Бьем слизняка. Че там босс делает? Что нахуй? И уж все, да, милики, останьтесь, пьем по цвет. Может получиться что-то любопытное. Звездуся, нахуй вы остаетесь в центре, он сейчас выберет, кто не улетел, вы сдохнете, ну пиздец. В шоке просто нахожусь. Одни и те же ошибки из рейда в рейд у одних и тех же людей. Им впадло сделать два шага к звезде, но они, блядь, остаются в середине, ёбаные эти парсеры, или кто вот. И потом умирает, когда их выбирает. Пиздец. Это еще откуда? Пельмени отошли. Блядь, где лужи, ёб твою мать. Nice. Красный появится, свищемся, пельмени будут через 2 секунды. Отошли от пельменей. Бьем красного. Рэнджи. Веди к миликам. Пельмени отошли. Блять, на переходке не тупите, пожалуйста. И Frost DK бомжей нужно в зеленого сдать. Выбрать зеленую и сдать в него бомжей. Конечно. Мы сейчас убьем зеленую, будем босса переводить. Когда на нем будет 38%, милики, вы перестаете ее бить и помогаете нам зеленым. Отходим. Все, все бьем зеленого. Сбежались. Убились хуйню эту. Боссы перевели. Боссы, фу урон. Пельмени отошли. Веди их к зеленому. Ну ладно, похуже, в центре стакаемся. Бейте пока босс. Потом побежите к нам на меликах. Все в РДД, в центр все встали и бьем по слизней. Милик как выберет, можете пойти его бить. Погнали. Зеленого, зеленого, зеленого бейте. Стакнулись все, бьем. Кот, почему ты босса бьешь? Алло! Зеленого, дайте урон зеленого. Убейте красного. Зеленого урон, пожалуйста. Он сейчас нас убьет. Кто с зеленым дебафом? Дайте урон.
Геру, Гера была, понял. Куда ты босса, блядь, ведешь? Бок его поставь. Он сейчас лужи кинет, мы в центре стоим, отведи его немного. А коубы прям в центре, охуительно, отошли от них. А почему у Гудвика один стак, а у Гессу два? Это что вообще за хуйня? Гудвик, забери босса. Гудвик, забери босса. Гесс, убери руки. Че это за хуйня? Петух смерти, десака мая, ДЦ, гимн и ХП. Добиваем без всяких переходок. Просто Гудвик дотанчивай, дай зубы в Гудвика. Просто бейте его на все деньги. Пот и выпейте, что у вас там есть. Слоу дай ей гимн и ХП, прям сейчас слоу, слоу дайв. Прям сейчас либо сдохнем, Рибис, десака мая. Все. Ебать, че это? Фу, блядь, я просто, я не знаю, нахуй, это очень тяжело было. Колба выпал, это ебись. Ну это я и заставил. Можете еще раз сказать, что колба? Забрал. Колба выпал. Там колба выпала. Колба? Возьми ее, пожалуйста, ты не забудь ее, ладно? Там колба. Да, я взял колбу, взял колбу. Угу. А не, я не понял, это просто говорю, день триник какой-то. Да-да-да, колба выпал. Бля, не знаю, мне кажется, если бы я молчал, ну, мы бы вообще, типа, на первых бы слизнях бы сдохли все. Скажите, колба, я колба, уверен. Да, да, да. Колба? Ну, что спробовал бы? Блять, колба, прикинь? Ретрику за 40 продали? На 10к ретрик, пожалеете. Не жалейте его, анхолики, собирайте. А вы что? Пацаны, дайте. Отдайте пацану, да. Сладко. Я за 4 купил, блядь. Не, ну остынки от 10, ребят. Сухой закон. Ниша 10 нет. Ну, на тоталика объекты волю я могу больше поставить цену. ГЦ сладкий. Отзыв оставишь, о... Тебе РЛ, ну, как тебе сказать? Ну, ты понял. Иди отзыв теперь пиши. Забери сначала. Че, деньги кончились? Донат закинешь, ладно. Идет. Так, иду койл кидать. Забьем этих. Кинул койл, поехали. Мне кажется, урон-то у нас хватало, блядь, без всяких варов. Просто пока не разорешься, нихуя не будет. Ну, не до всех доходит нормальным языком. Так. Мы здесь тоже танки по одному паку аккуратненько берем. Мне не надо все пулить. Два человека, кто кинетики за бонус поддержит. Первые два плюса держит. Либо назначу по ебанутому, каждому по одной стороне будет. Лазу как... Ну, Гессу не... Кто еще хочет, помимо Лазука? Царапкин. 10%. Почему нет? Почему я плюсую, алло? Тхуя. Ну ладно, то я буду бить. Нет, на этом блоке логи не нужны. Лазок, мы с тобой в паре, я буду командовать, ок? Воин, охотник, шаман, героический токен. Давно отзывы не писали. Последний был мой. Сам себе отзывы хуяк. Ну, я написал мой дорогой дневник, старался, выбирал лучших. В итоге почти убили злого дракона Хлеона. Там дальше.
Рел Голубиан, завай прейда неуважительному. Хлён сложный босс, да? Ну, да. Да, знаешь, как он сложный. Не попасть в метеор и отойти от лезвий. Да не, я его каждый КД с первого полапши убиваю, максимум с третьего. Там не задеть командира, главное, на трэш. А, да. Ну, трэш, забыл про это, да, он там пиздец. Трэш сильнее, чем босс, как обычно. Ну, рунический драконий жест в нету. Самое сложное там логин сделать, знаете, это сложно. Сейчас я выставлю бис. Ледяная ткань, одна штука. Один голд, шаг, один голд. Алён сложнее, чем лич, по-моему, все равно. Поехали. Ты бы начал с одного меди. Нет, там шаг, один голд. Не пульте боссу только, не подходить. Дайте ли бафа? Либи спасует. Так, я на кинетиках с лазуком. Это, тогда петух, ты кидаешь частицу в Гессу Хулилайта Мигудвика, Рибис частицу в Гудвика Хулилайта Мирейд. Стоите в центре, ДЦ не забывай диспелить перед вихрями. Назначать на вихре не буду, просто вперед выбегайте от танка. Рибис под первый десак дает, петух под второй. А Гудвик, если что-то там проебется, нажмешь десак, хп опустится. А все остальное сами знаете. Гер будет над ларами, и с шаром выбегаем в этот стену. Заходим внутрь. Поехали. По миличникам будешь. Лазук, иди куда-нибудь влево, там тусуйся, я правее буду. Центрально лево разбойник бежит. Разбойники, вот смотри, куда тебе надо. В паяльник беги вот сюда, на белый дымок. А Вики... Не, я на центральное вело пойду. А Вики туда влево, ты точно не сдохнете. Наксанар был досадным недоразумением. Сила сферы позволит вам свершить обещание. Нет. Долдарами Геру сказал же. Простите. Слышно плохо? Не, не слышится, у нас это... Что это? Мозг засыпает, бывает. Понял. Петух под следующий вихрь десак. Моя чаша полна. Первый кинетик лазук, это твой слева. Сейчас смена будет, аккуратно. Килисет прожмись. Центр его поставь. Вихрь появился. Вроде бы у килисет. Нет, он к вихрю ведет, наоборот. Блять, а где кинетик новый? Я не вижу. Еще один слева? А, их два. Ну, лазок держит, да. На босса забей, хуй, я тебя не буду считать, это босс. Диспел? Ты выводи их. Справа вижу. Вижу, подержу. Просто хотя играю, по привычке. Блядь, кто эти все убил? Понял, спасибо. Подбегайте к Талдораму. Геру. Шар кастуется, подошли все к нему. Первый кинетик. Опять у тебя лазук 2. Тарику красава. Дайте БР. 3 БР дайте. Ботинок не жила. А у нас на лестнице дай, будет. У нас на лестнице откинет там. Шар, уходите. Отошли. До Портас убегай. В стену. Кинетик. В центре я его подержу. Шар кастуется. Нужно отойти от Талдорама аккуратно. А где БРы? Лазук, Рыжихвост, Хоин. БРте. Килисет, прожмись. Я вообще не достаю. Кинетик, платформа левая. Опять лазук твой. Да.
Диспел, диспел, диспел. Эй, я же сказал, Азук твой. Петух, Десака, ДЦ, гимны, ХП прожались. Ну ты чё, ебать? Там еще один шар упал. И я умер. Белла, блядь. Дайте был. Ну, это уже я упал. Так а чё стаки-то? Подожди, а чё у нас за всю игру 3 диспелла всё было от пресса? Это типа прикол? Мы все как в штаны насрали ходим. Ясновидящая, а где твой диспелл? И урон получаем по рейду. Ясновидящая? Я же вроде даже сказал, что типа диспеллишь, не? Ну, по-моему, ДЦ здесь инстантно это должен делать. Он дал 3 массовых рассеивания и диспельнул 3 раза. Массово. Ты типа давал диспел, когда уже мельки убежали оттуда? Наксанар был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Так а чё вы, кстати, ресли? Вот у нас был Тарик, Аслоу и Айсерес. Они были мертвы. У Рыжей, у Лазука и у Хвои были БР. А почему они БР нули? А мы секунд 30, ну типа вообще 0 БР. Так, делаем по ебанутому и без бонуса еще с кинетиками. Лазук, твоя левая сторона. Царапкин, твоя правая сторона. Мой танцпол. Сзади подбивает Макмос. А центр подбивает... кто этот? Тепортас кинетики. То есть будет там 3, 2, 1, не важно сколько кинетики, это ваша сторона. С нее въебывается, у вас минус. Ну, это где мы сейчас стоим, вот это зад. А танцпол — это где ступеньки, да. Ты портас, ты центр. То, что вот центр. Чего стены держит? Царапкин право, я платформу держу. Да, если из названных у кого-то там шары, другие РНЖ подсобить. А там она обычно не так быстро падает. А что-то с Дискорда выкидывает у всех? Нет у тебя. Нет. Не. Блять, да что за лаги нахуй? Че, вроде забафались? По 15. Там же станьте, где стояли. Пуляйте, дайте релогнуться. Вот кто говорит? Стопаем или что? Нет, кстати, кто-то зашел. Забейте. Бьем. Лоуна, блядь. И прольется кровь. Ебать, я чуть не умер, блядь. Моя чаша полна. Пища для червей. Ну как у нас принц Талдораму рогу убивает? Дайте БР. Вихрь, десак, дай. Первый кинетик справа. Не отдал его. Талдораму. Пожалуйста, дай диспел. ДЦ, ты можешь масса диспел кидать, плиз?
Дайте Ether. Дайте БР. Лазок подними Дарксайда, Айсерс подними подземного. Кинетик летит. Подбей. Блять, невероятно сложный босс во вторник. У нас, отведи в другую сторону. Вправо, везде. Вправо. Нет, Господи, сколько? Сейчас, бьем, погоди. Шарк остается аккуратно. Лазук в стену беги. Дайте инер. Слева подбейте, если там есть вон. Слева кинетик подбейте за лазука. Лазук, в принципе, все, ты можешь подбивать прямо у двери. Шаман инер просил. Килисета бьем. Айсерс подними подземного. Подземный валяется боссом. Да я вижу, да он. Ромбик забрал. Во мне прям вихрь. Я отхожу. Сейчас свитаргет. Идите назад. Волонар, и Гудвиг Десак нажми. Гудвиг Десак. Рибис, дашь этот, как его? Десак под вихрь. Да-да-да. Нажимай. Петух под следующий нажмешь. Добиваем. Насладитесь болью. Лучше. Так, ребятки, вы откуда пришли? Петро и Кханда. Вы кто? Колебо. Рассказывайте. Влад, это не... Я думал, что это ты их позвал. Блять, сейчас лило не слабо. Влад, помнишь меня или нет? Нет, не помню. Я орал, а не тебе. Какой Влад? Это Владов, ты орал. Ну, я ж Влад вроде зовут, не? Я отойду кофе сделать. ПТ на лос, ты кто? Ник в рейде твой. Я не в рейде, я просто этот за Дискорд. Ну а что ты сюда пришел? Так говорю, к тебе пришел. Зачем? Как ты? Так зашел. У меня все охуительно, а ты идешь нахуй. Просто вообще. Цепляйте эти первый пак потихоньку. Блять, сидят звуковую панель спамят по очереди, рогают на пуле, прикинь. Вчетвером. Дебилы, блядь. Они типа думают, ну типа не вижу ник, кто типа говорит, в какой момент. Да нет, там похер. А ворлай отключить, типа. Ты сам понял? Чувак какой? Сам говорит. Мне говорят, что Влад. Влад. Я Саня вообще-то. Мне Хуя кажется, ты Влад, да? Влад суровый, блядь. Пиздец. Это твой подписчик? Дед Сарды, наверное. Скорее всего, ни одного общего. Это братья Усуба, наверное. Я не знаю, кто это. Ни одного общего. На Петро что-то знакомое, это, по-моему, Рейл Сарды. Да. Но это не он, я прочекал. Не он, да? Да, чекал. Это для таких вещей, блин, либо Аки не забудет обычно. Да понятно, что они могут зайти опять, ничего не сделать. Эстонец вот очень намучился, они же, ну, типа, заходили к нему и там чекали по стриму, и там орали, типа, Дагеру, чел давали, и люди, и они вайпались там из-за этого. Ну, вот такие всякие штуки. Можно, короче, ограничение в канале сделать, просто 24 человека, например, и сам удовлетворить. Да не, зачем? Бинорь, ну, да это... Так же прикольно. Не, ну, окей. Все равно. А ты на ком, Бинорь? Я на бомже ДК. Рыжий, ты пытаешься вычислить, еще кто зашел? Нет, ну, Бинорь это просто мой чувак. Так, экране раньше было дело. Дружище. Бля, сегодня кажется, должно быть пиздец. Катушку положи еще. Сейчас багруха. Оп.
Ну, кассово сейчас больше, чем на Арзе сегодня получилось. Нам без лича. Каждый рейд падает, так что, наверное, конечно. Конечно, конечно. Не, блядь, на прошлый, на этом КД, на присте, за 5к забрал тупо. Так, может, ставлю еще рыбку, сейчас добьем. Так, первое, третье лево, четвертое право. ДЦ в центр, рыжий куда хочешь, кипяти тоже в центре. Ну, в центре, короче, вы поняли, втроем встанете по бокам. Это... Первый укус мы в конце даем, остальные сразу. Рибис твой первый, второй пакт, петух третий, четвертый. С остальным, я думаю, разберетесь. Если у нас есть покемон, который не знает, как кусать, слушайте сюда покемон внимательно. Если ты не можешь никого укусить, ты нажимаешь мышкой левую кнопочку на цель, кого тебе надо укусить, и на закол мышкой нажимаешь, и все. Что бы у тебя ни произошло, если так сделаешь, ты укусишь. Если у тебя не получается обычным способом это сделать на клавиш. Все. У 15. Каски дайте. 4, 3, 2, 1. Это было неразумное решение. А, хуя. А прикиньте, я сейчас свою область и сам укусить не смогу. Хуеете? Значит, ты покемон. Получается так. Ну да, переименуем не в чемпионов, а покемонов. Дураков. Шампиньонов. В паяльник я тебя буду кусать. Не-не-не-не. Да. Не-не-не, не надо. Ну ладно. На вкус. Знаю, кого укушу. Рыжу? Да. У меня просто только бартендер нет. Через фокус у меня может забогаться. Так я же гайд дал 8. Страдайте же! Я искал тебя, блядь, и нашел, хотел уйти. А ты догадался, да, куда я побегу? Жесть. Смотрите, какой Рео, тени выносит на спринтах, кусает, ничего не багается. Кусает другого. Но это солидарность называется. Типа страдать вместе с тобой? Да. И заниматься хуйней, кусать людей. Я не знаю, какого хуя он меня вообще выбрал. Столько комбат-рок, наверное, там он ферл. Может, комбаты сдают на пула. Ну да, комбаты должны. Почему меня вообще укусило? Они на пулы сдают их. Зачем слабый? Вы меня на пулы сдали или что? Комбаты сдают на пулы, а они свою агру скидывают. А. Укус по агру дается. Просто тихо говоришь. Beware. Сектрис, стой на месте. Это не так вообще работает. Ты нашел мышцы. Ну, кусай, не вокруг. Поднимите ретрика, бедно. Хатовка кусай, по-твоему. Бля, ДЦ, ну за что ты Байера убиваешь? Еще я и царапки на ДЦ. Все звезды, блядь, в одной смерти детейлся, нахуй. Страдайте же! Блядь, опять тени. Ну, вы меня задрочите на этом боссе. Хапался. Дайте, Айсер, сдай Инр ему. В Торибиса. А лазук кинем в петуха, хвоя кинь в ДЦ, и еще гимноманы монотает, бах нахуй. Кипятикова тотем. Утри. Я только попробую на вкус. Какая же... Паяльник готов к себе. Бедный ретрик. Шам, я укушен. Блять. Вы там, если не можете, в мили можете вообще с танков кусать, похуй.
и хилов, ну типа мы и так убиваем. Главное кусать, не, если не можете. Но это я имею в виду на черный случай. Звучит так себе. Диспел бы. Спасибо. Все справляешься, растешь на глазах. Хвоя, подними ретрика, пусть подышит. Ну, успеем добиться? Нет, минута. Я только попробую на вкус. Ретрик, дыши. Мне не повезло, не фортануло. Так, подземный держи. Так, что дальше? Я почти обогнула. Блин, чуть-чуть не хватило. Так, зап. Ткань, крит, сила заклинания, дух. Поехали. А там с корабля еще не пропал лут? Акушера смерть. А какой там лут был? Мы, по-моему, все разбили, или нет? Там, по-моему, плечи танковские еще. Ну, да, ладно, их 40 минут. Плечи. 40 минут. Я их после пояса. Да, что-то мы, конечно, долго сегодня, пиздец. Обнажите клинки, соратники. Че, раску надо убить. Ну, засобирали, идем нормально, мне кажется. Почти 2 часа. Ну, попадали. Куня. Поехали, поехали, давайте ускоряемся. Ну, это не час, а я буду напротив. Где наш Хойл? Кто где? Хойл. Хойл. Ты кого? Сейчас тебя кое-кого кину. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Где же ДЦ? Бисовый на протпалы и топ-2 на БДК плеч. У Гудвика есть такие? Есть. Да, у меня есть. Но спека есть, кто хочет, 2К стоит. Никогда не мог дотянуться. Пуляем, пуляем. Ну чё вы смотрите? Дарксайда хочет. А, он Гессу забрался, красавчик. Чел одевается. Чего за хуйня? Пишема, я тебе говорю, у тебя вар не будет давать хорошие логи. Угу. Так нет, ну у тебя в таком рейде норм логи. Ты чё? Ты вот, допустим, если... Не, ну если ты вот в среду придешь, да? С 3 хила к нам идем и в 2 в некоторых боссах. То ты, у тебя будет фиолет, я думаю. Не? Не. У меня есть второго не прокали, я так обалу. Да, у тебя шмот говна, забей. В смысле? Давай посмотрим. У меня бисы все по часа. А, ну ладно. Знаком. Бисектрису оцените, бисы говорит, везде у него. От одного до лихи, где один это говно, а пять это супер говно, но... Так у тебя даже героического токена ни одного нет. Гер токенов нет, наручи 245, 664, плащ там то же самое. Ну, у тебя почти все 264, какой там должен быть у тебя урон хороший? И оружие 264, да. У тебя, вот смотри, объясню про токены. Вот некоторые берут себе 264, а героические жмутся, но типа тебе токен этот героический перед 264 даст намного больше, чем там какая-нибудь хуйня, другая шмотка. Они, ну, очень много дают. Купил, теперь буду на токены копить. Все. Не, я просто объясняю, что токены обязательно нужны. За 50к волю купил, нахуй. Я вот на другом локе, как 277 купил, начал золотые делать, а не там 90-е. Сразу, блядь. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Сладко. Золотые, yes. Это оранжевые, в смысле? Ну да. Рог. У меня 3 фиолетовых лога есть, 90, а все остальные 96, 98, 97. Просто золотой это больше, как будто сотый лог, нет? Да,
Не, золотой это 95+, не? Это рендсурой. А сотый золотой, все верно он говорит. А 95-99 тире это какой? 99 это розовый. А, ну значит, извините, пиздец, рыжий. Ну вот. Подведёте вот, к тому? Посмотрите, вот, Мартаков с двумя F на конце, лог. Ну там три босса, фиолетовые логи 90. Смотрите. Все остальные рыжие. Так, короче, летайте за кем? За петухом. Квадрат на него кидаю. Ясновидящий сову похилишь, что вверху рыжая, все, короче, улетаете. Ну, поняли, за кем. Это... Подождите, я релоуднусь. Или если есть варик, настой продать. Какой? На П. Дайте ему настой на П. Или пусть... Как кто-то забыл. Вообще? Разбудит паяльник. Дайте паяльнику. Он сладкому дай трейд. Благословит вас свет. Пояс кольчужный. С этой силы атак. Впереди вас ждет много опасностей. Просит ремонт. Постарайтесь. На уф, заберу за две. Да. А ты кто? Танк. А, окей. Спасибо. Сейчас выстрел. На ретрика быстрее. Хочет забрать. Сладко, а ты чё? Здесь 25-м не стыдно нахуй? Четыре КГС не берет топ-3 пояс. Выберите его, нужно посмеяться. Привыкли, жалко, нельзя. На самом деле даже топ-2 я бы сказал. Да, я тоже так сказал. Да, уже просто деньги закончили. А сколько ты потратил? Господи, смотри, 4500 поставили. А уже забрали. Все. Вьюш очень-то интереснее будет. Кусай локти. У-15. Попало лево, ДК справа. Вишмоти часто прокает тебя бурить, и не хватает просто... Да, я почему говорю, Вьюшмоти это прям вообще топчик. Сладкий, ты понял, что ты проебал? О, давай направо, я налево. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости. А я как сказал? Корова прокол. Ты, по-моему, не говорил. Ты корова, это сила. Ты сказал, я налево, ДК направо. Пал налево, ДК направо. А вы как? Так и пошли. Понял. Не, ну хотите, можете поменяться, без разницы. Если хочешь, давай меняться. ДК. Давайте, меняйтесь. Все, короче, я вот здесь забрал, а ты туда давай. Бля. Это кольцо, ловкость, крит, мастерство, сила атаки. Топ-4 на ретрик. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Слева скелет с вишницей. Парсим скелета. Так, кольцо не надо, понял. Это кольцо даже лучше, наверное, чем тот. Да, чем тот пояс. Не, чем тот, который он взял до этого. Меткость, скорость, сила заклинания, кольцо. Перстень, печатка, Ланара. Истерию на валику, когда сдавать? Там обычные токены всем нужны классом. Кому вообще нужны они, каким классом? Давайте так. Нужны кому-то обычные. Я, кстати, такой один раз сидел. Она умерла за одну истерию. И Павловские нужны, и Шамалу. Отлично. Сейчас все будем-то обидать. Лазу ГЦ. Разбойник от смерти, маг друид, обычный токен. Давай, братик. Корова прокнула. Ты корова же заебись, не? Сила. Вот она крыша прокает. Ну я вижу, ты уже, да, второй раз прокаешь коровой. Назад. Я, еда стоит, я поесть не успеваю, орать приходится. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои.
Не, три рейда в день все-таки перебор. Угу. Два максимум. Алкукой. Знаешь, за что я сегодня минус 30 получил в рейде? Да что? Первый минус 10 за то, что я бил семечкой большого на Халионе в одном пуле. Хотя был топ-5 по урону по нему из РНЖ. Второе, это то, что я его сильно бил после этого на следующем пуле. И сорвал, когда я начал его ебашить. Хотя он нажимал раскол. А третий, то, что я в одном из пулов забыл на кота повесить СС. Заслужено? Да. Ну, СС это, да, вот. Остальное так себе. Опять корова, сука. Ну, типа, если ты топ, если ты топ-5, почему он проебался? Не знаю. А чё за рейд Тардес? Или как? Не, ну я не буду Васи говорить. Сейчас напишу. Там викинги еще, отсылка какая-то есть. Понятно. Меня булят, Эл. Сын Рагнара, знаешь, как зовут? Я знаю, я знаю такого этого. Ебать, это просто беспалево максимально, блядь. Я знаю лыжника Бьёрндален такой есть. Они сейчас ебутся там. У нас в Дискорде с Маджестиком еще. Не могут Лича убить. Где Герман? Там вы найдете спасение героя. А Бьерн же на этом пошел на войне танчить. Да. Да, они там танчат ДК плюс вар, блять. Ебать. Я бы хотел этот рейд. Я так убивал. Не, ну понятно, что ну просто это. Хакетом. Вон пул был 19% оставил. Бля, ебать, сколько они там вайпаются. А чё они там? Рофлят, что ли, или что? Я не знаю. Но там хорошие игроки даже есть. Так они плюс ноль, что ли, делают? Или просто... В смысле плюс ноль? Что значит плюс ноль? Типа ОС этот, что ли, или Сартрион, блядь? Нет, с бафа, может. Они типа баф сняли. А, не-не-не, при чём? Блин, ну просто состав не очень. Понятно. Mm. Я всегда говорила, когда много рейлов, это все говно. Да-да-да, давай в хиле в 6 пойдем. Так, катушку надо. Воин-охотник шаман сначала токен обычно. А есть ремонт? Да. Тебе что, квартиру или что там надо? Где живешь, скажи? Или тачку сделать, блядь. Лево же стоит. Недорого, кстати. Не Рэлла, Влад. Пау, иди в бабли забирай, не заходите туда. В центр встань, по-моему, бабу нажмешь. Давай-давай. Кукутя, невозможно вставлять? Он покинул Дискорд ненадолго. Кука. Вовремя, да? Блять, у меня КД. Блять. Нам... Сори, я забежал, только увидел. Ну гоу, видишь, что стоим, смотрим. Я был в рейде, короче, упало 5 секунд, когда я постоянно оставлялась. Таких вот моментов. Так, гоу, наверное, катушку. На ретрик обис, по-моему. Да, сладкий забирай. Денег уже нету у него, по-моему, нет? Бедно. Сладкого разделя. Сладкий, вот ты вот кольцо. Мне завтра нужен, кольцо. Чуваки, у меня завтра last слот остался на РСК ХМ плюс лич. А короче, мне нужен АДК, либо кот. Либо ретрик бисовый. Ну, сладкий, ты не пойдешь. Да? Ну да, мы 10% оставили. А я вспомнил, я не смогу, по-моему. Сможешь, тоже составил. Пути назад нет. Ты посмотри, какой состав, ебать. Там, блядь, одни звезды. Звезд?
и царапки. А ты тоже завтра раз? Погоди, а ты в рейде? Так, а, ну да, ты в составе. У нас два слота, пацаны, два. Один слот. На ретрика, анхолика, либо кота. А во сколько вы идете? 8 вечера. Ну, зав мейн рейд. Самые сильные чемпионы. Ну, еще в четверг сильные и в пятницу. Остальные вот такие на 11 хэмчиков рейда. Хотя, ну, посмотрим. Но пока после сегодняшнего ордынского рейда никто не записался на следующий. Хотя, не знаю, помню, заебись бы, ну, все было. Терпение. У меня, кстати, на орде варлок есть. Если надо, что, могу сходить с вами. Погнали. Ну, со мной, я там один в реге. На четверг 3 часа. Вдвоем пойдем, посмотрим, что там. Давай. Я думаю, первого моба мы точно убьем. Ну, этого... Похилишь пэта, а я подамажу на анхолике. Да, еще им кразу там еще. Я еще брин возьму в руки, чтоб хилиться. Я причем сначала пэт затаунить, потом я в демон форме перетауншу. Все, все правильно. Все. Гудвин, и есть этот бабл? А у меня хантнер есть. Теперь есть. Ну, регайтесь. Иди, втроем, Гудвин, бери середину, пуляй два пака, нажимай бабл. Стоим здесь, не жмем кнопки, не нажимайте. Меня главное игнорируют. Все, здесь останься, где стоишь, останься. Да останься тут, все, бей их. Ты что стоишь, бей. Ты что, ебать? Блять, в ахуе, снимай бабу, убейте, трэш. Спасибо за боб. Но я не бью. То есть я демон форму включу, сразу умру. Спать хочу, галстин. Ребят, 3 секунд, курьер пришел, отойду. Вартак, а ты в Радиофорже, да, раньше был? Угу. А что ушел? Почему он ушел? Краудер. Королине правит вечно. Я спрашивал Фоджа, почему, но Фоджа говорит, он не знает. Он реально не знает, почему он ушел. Уходим назад. Ну, бейте, он сказал, не то говорю. Бейте. Он сказал, что даже ливнул из Дискорда и типа... И это... Да. А где танки? Где танки? Что у нас происходит? Гудвик. Я отпивался, у меня маны нет. Отпился? Так ты же, да ебать, ты же бьешь мобов, у тебя мана резается. Зачем тебе пить? На тебе висит эта хуйня? Да, висит, ну ты чё? У тебя даже монореген есть. Просто мобов танчил я, почему-то. Ушёл по причине... Фоджик не знает, короче, да. Да я знаю, что он не знает, я им не говорил. У них разные есть версии, но они не угадали ни в одной. Но они сказали, что они тебя сердечно любят. Я знаю. Да, они такие любвеобильные. Да в пизду этого Фоджика. Я пошел делать логи на ханте. Наверх, гол, наверх. А он говорит, рейд у нас сегодня не логовый, а фастран, блядь, какой-то. Ну, на спидкил боссов. Да. Все, блядь. Да, ну у меня нет никому претензий, просто бывают вещи, когда, знаешь, как в этом, в Форсаже две машины в разные стороны едут, тут так же. А ты на какой, на оранжевый или на черный? Блядь, это шаман какой-то? Да, бубны хуярит. Пересиндрой, понял. Давай, да, продолжай, да. It's been a long time. Я нашел себе друга, по-моему. Да. Какой волшебный голос? Это в субботу приходи, пожалуйста, вот с этим голосом. Да, Максим будет рейлить. Ты в субботу будешь рейд вести, Макс? Не знаю. Ну ты восходящая надежда. Сядьте на маунтов и здесь стоим, чилим. Потом все туда на маунтах побежим сразу. На балконе будем? Да. Угу.
Бля, там холодно. Я тебя согрею. Ты термушечку одень. Да мне она. И Машечку дать. Бэтбой. Так, Гесу будешь говорить, когда забирать Гудвик. У Гудвик стоишь под стяжку, и это... Макс тоже достой. Все остальное все скажу потом. Геру в конце сдади. Вначале не будем кидать. Кипяти. Ману будешь регенить, брат? Прости, спасибо, что сказал. Пожалуйста, я сижу за вами всем. Паски там перепейте. Иди, пуляй, Гесу. Уже нету, понял. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Сейчас наши души унесут, блядь. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Беги, малыш! Охуенно! А чего вы не стоите, под стяжкой без диктрисы и Гудвик? Нужно встать под задние лапы, так всех притянул, ебать. Ну, я стоял. А Гудвик стоял с тобой? Нет, я не смотрел. Не хочешь сдавать его, что? Я не смотрел. Под задними ногами, где у нее детородного органа, там надо стоять и не притягивать. Петух Десакома. Центр по до 30, потом боковые до 30 и все. И чили. Центр стоп, ближайшую стоп. Не бейте ее. Правый чуть и чуть левый, и дальнюю чуть центр. Все последнее, по-моему. Правый подбейте, там 50%. Разбейте правую, все вправо дайте урон. Чела уроним нахуй. Все. Ну как-то свичитесь, как-то, блядь, пошустрее надо будет. Стоите с одной стороны, все, хуй кто свичнулся. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Беги, малышка, беги! Беда. На двух хулипалах там подхиливать. Хулипалу вы можете в эту хуйне хилить. Босс убивается в три хила, от которых всегда освобожденка. Вы в углу встаньте и чуть подхиливайте, так и скидывайте. Учитесь играть профессионально, пожалуйста. Протпал даже под глыбы десак. Кипяти АСР Сента, рыжая Елизаветочка права. Рибис, иди ко мне. Дайте фридом по ДК. На нахуй. Макс по Коле, я не вижу нихуя. Лево. Слева далеко. По центру стопнули, слева справа больше бьем. Центр стопнули. Справа близко прям. Последний от центра. Смотрим внимательно. Бахнет, разбивает. Не бейте, склепа, не бейте. Блайн. Бейте. Красавцы переводим. И не въебывайте только в рейд. И вправо под глыбу, кто не шарит, не надо стоять там фулл тайм. Вы под полоску зашли, вышли и дальше бьете.
А Гер когда? Гера скоро. Пока бьем. Теперь даем Геру. Вейки, право. Правильно, правильно бежал. Близенько, зайка. Скинули и вышли. Ты хочешь поменять? Не надо, Бог. Сейчас. Подожди пока. После следующего. Рано зеленку нужно. Еще заберешь. Угу. Рибис десак. Беги, да ебаный рот. Я стоял под боссом. ДЦ гимн ХП забери. Забери, забери. Дайте БР, БР Гесу. Рыжий, подними. Рыжий, подними. Ну танк валяется спереди, подними. Рибаф. Спасибо. Слоу гимн на ХП, петух десака мана фрост. Засейвьтесь, не лутайтесь, стаки рейд проседается. Подняли вейки из смерта. Брули подняли, дайте БР. Ебашим босс. Также сейвимся и, да, скидываем стаки. Левую сломайте, левую сломайте. Блять. Дайте скидывать, у меня 13 стак. Справа иди, вон скидывай. Гудвик десак нажми, сладкая мана фрост. Все через стрижку, блять. Справа глыбу разбейте. Глыбу разбиваем, убиваем босс. Вытащите человека. ДК забираю. Ёбаный рот. Рибис и мана фрост. Да ёб твою. Бейте, бейте, все, фул босс, фул босс. Фул босса бейте, фул танков, танки прожались. Хвоя, подними рыжу. Углы без стоя не могу. Вау, ну стой, братик. Все уже. Читалик есть? О, хуета. Опять часы эти. Ну хоть печеньку, уважаемая. У меня даже они на этом локе уже есть. Порезайте там меня, резните, людей порезайте. Разбейте склеп. Рыжего, рыжего поднимите. 37 лок. Что? Так. Я отказываюсь понимать это. Я надамажил больше фурика, но... Ладно, похуй. У кого 37? Урон по боссу считается. А, урон по боссу. Склепа похуй. Okay. Да, склепа похуй. Склепы не идут в лог. Да, так бы можно крутить логи было одному человеку, только там бы и больше было сейчас склепы. Че, Эл забрали они? Да, там уже, блядь, втроем они рылили, по-моему. И забрали? Да. Красавчики. Ну, ПДК плюс код вару, это, конечно, не очень приятно, но там... Короче, если бы они втроем не прорыли, наверное, бы не упал. Ну все, я не нужен? Ну да, можешь спать тебе. Куку, тебя тоже не устраивает? Серенаска упала и Глора. Но если рейд будет, то да. А что, думаешь, не будет рейда? Если будет много недобора, то... Стоп, стоп. Я походу за пулю, а нет. Нормально. Гоу, аккуратно там валька. Кто дальше, да, не бегите. Пропустите. Бабочки, да, так понял? Да, конечно, не сильно. Все, получается, у нас только один схем считается по логам? Или лич тоже? Ты имеешь в виду, как я долю буду считать? Да, да, по бонусу. Да. Типа мне потеть или нормально можем поиграть? Потей. Всегда потей. О, у меня 78 на синдре. Нормально. Хотя я там ожогами даже не бил в конце. Чем ты с пепеляния спамил? Что за рейдом, когда следишь, бывает, блин. Так, я думаю, ничего объяснять не надо. Геру в конце сдать. В паяльник кидал, это куда подвалик заходит. Запускаю. Здесь прям убью.
Что там? Крит скорости эти ноги. Сильные. А у нас целка и раз не будет же, да? Будет краска. И раз обычка. Да. Мы даруем тебе быструю смерть, Атос. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил... Это бесногий нарветрика с тем кольцом. Мастерство, которое не купил. Так, кстати. Паладин. Фига ты аж две шмотки проебываешь. Мартак, ты тренку будешь брать? Какую? Сервис. Босса Гёсу, да, начинает? Не знаю, наверное, да, у меня это... Власть. Да, Гёс танчит. Давай здесь вот и начнём, и подойдём. Ага. Ты вот здесь... Слушай, штаны за века возьму на успех. Хорошо. Переставлю. Рыжу. А кто меня диспо? Дайте я диспо. Петух. Лол. Бестолочь, я ничего не диспонил. Станка. Паяльник. Процент, веди его. Да не надо вести, все, гоу на платформу. Я проморожу вас насквозь. Лолу, блять. Задуло или умерли? Шарки. Вперед шарку забежали. Дайте БР. А вы говорите ХМ. Ты посмотри. Чего под шарку забегает? Смотрите, объясню, вот шарк. Вот то, что слева его левой ноги, то, что справа его правой ноги. По этой области он бьет ударно, то есть 180 градусов. То есть он бьет не как дыхание вперед, а лево-право перед. Забегать за них нельзя, поэтому к спине относим всегда чуму. Пол третьего забирай духа. На пол следующий. Нет, рыжий, я не сплю, потому что шаркер ударил 15 человек. Я просто не стал ничего говорить. А, это он долг завел? Да. Потому что он ударил 15 человек, а остальных добило молниями, которые, ну, шаду магии. Понял, понял. Добейте. Сфера, добейте. Крестик стали под валик. Гнева там подраскидаете сами, как хотите. Ну, гнев дайте, гнев. А чё ты лича не ведёшь с вальками? Ну, типа, как нам ауешить их? Ну, надо учиться их по-нормальному. Ушли из лужи, не вытопчите. Да, другую сторону. Другую сторону, гоу. Разверни лицом в лужу, да. Ты босса веди с вальками, пожалуйста. А в Хейме вроде не возит босса. Или возит тоже. Чё-чё? В Хейме вроде не возит босса. Наоборот, в Хейме возишь, чтобы валик клюет. 3, 2, 1. О, на мне отлично. Дайте там стану. Всё так же станьте все, когда это... А, иди на край, вальки 20 сек, 46, подойдите ко мне сюда, где портал Окс, скидочно.
Ну, распродайтесь. Все, топим, босс. Чуть спрайт наберите. Выйдите. Ну нет, уже ботинок я перебегал. Сейчас будем прыгать. Третья группа левее, четвертая правее. Дадите комбо. Я первый на пол дам. Давай. Даю комбо. Вот это я дал. Следующее. Три сферы, ёлки-палки, ребят. Сфер, сейчас сюда подвати. Елизаветочка, когда мы идем туда, останешься здесь, и выберешь дух и дашь в него... Дух и бейте. А чего вы их разъединили? Наоборот, сидите или часто с духом? Чтобы мы их двоих били. И это... ШП выбьешь тогда. Дух, дух, ага. Дух. Геру дайте. Уходим в эту сторону. Да, ладно, надо было позже ее дать. А где бомжи? Иди бомжи сдавай. Пару секунд, было вообще даю. У тебя король лич еще почему-то. Елизаветочка. Откиньте, иди ШП повыбивай. Я же сказал, выбрать духа надо. А не лича в таргете. У тебя лич был выбран. Смерт, дашь ты бомжей. Выберешь духа в таргет и дашь от бомжей. Как останет, уводите. А кто выбьет? Протпау выбьет. 4, 3, 2. Лужа спрайт. Что ловил? Мойс. Сорян. ШП, иди выбей. А где духи-то от смерта? Я уже выбивал первых. Так а бомжи где твои? Я вначале давал, у него КД больше, он член-колик. А нахуй ты их вначале давал? Пиздец. Я вызвал. Все, я вижу. Прохило. ДЦ прохилить. Все, просто добиваю. Может не уводить, просто добиваю. Да все уже. Блять, расскажите, как ДЦ выжить в комнате? У тебя скование нежити есть. Оно сбивает точно? Ну или захилить вроде, да, там можно? Обычный токен воин, охотник, шаман, обычный. Там диспарить можно. 23. Независимости там какая сложность? Yeah. А десятка и 25 тоже 23, да? Стоп, а почему тогда? А, да, 25. Точно, у меня 0 ближе было. У меня сейчас 23. Еще с лича. 25. Да, без разницы. Гесус, блять. Ща. Да погоди. Они повергнут этот мир. Ставь док. А, или нельзя так. Все, ставь 2000. От их рук. И ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет. Даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Перчатки. Хант, ретрик, венах, топ. Невозможно.
Прекрати, Тартас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено. Тарик охуярит за себя. Смотрите на это очень плохо. Разбойник же смерти, маг-друид. Героический токен. Токен там забери обычный. И перч соберите. Подземный ставь на осколки, сколько там выпало. Ну, я пока не знаю, какая доля. Давай, да, да, да. Пока так можем. Давай, трейд. Там время еще натикает. Сейчас, Паш, погоди, я быстренько это... Погоди, я же Бадон доиграл. Полетели. А ты можешь на бит выставить эти токен обычный? Я все делаю по очереди, ребят. Угу. Сейчас все поставлю. Кольчужные ступни, меткость, крит, сила атаки. На ретрика убийск стал. Давай. Это вроде не забрал до 8К. А, да, у меня этот... Ну, сейчас в РСК я даже... Меня капча перекину. Слушай, ну за 2К заберу. Чё-чё? За 2К заберу. Давай. А эти же кап голды будет другой, да? Правильно понимаю, я думаю. Угу. Нахуй они, правда, нужны, не знаю, ну ладно. Ни одного ханта и бесовые вещи на ханта падут. Ну, зачистит, а бэд бой только строит Данильвей. Да-да-да, есть место, чуваки, 2 места есть в РСК. В РС-ку пойти? Мартак, есть место в РС? Да. Слушай, если, есть пофи, если хочешь... Пофи, нет, то нет места. Нет, кипяти ты остаешься. Okay. Там уже минус 2 чего. Так или... есть или нет? Заходить, нет? Да-да-да, заходи. Ты заходи. Сейчас. Это мне выйти нельзя. Да, тебе нельзя. Сейчас я зайду. Не спускаемся, дайте ассист. Обычный токен, воин, охотник, шаман.
это... Идите сюда вниз, чуваки, что стоите наверху. Посох, скорость, СПД, дух. Героический токен, разбойник от смерти, маг друид. Стоит рыбка. Лазука, Тартаса, чисто мама, Суманти. Ой. Че, уже спать хочешь? Звонкер смерти Макдруид, обычный токен. Бэтбой и мост, только с райда не рвайте, можете в офлайн идти. Там доля на почту вам. Че он секунд пацан? Бля, поставьте почту, плиз. Сейчас, я от выхода пойду поставлю. Там я сзади ставил, возле портала входа стоит. Еще. Ну, он я поставил. Угу, спасибо. А чё, кого он 25-го сумонит? Мага или вор? Не-не-не, пока никого. Царапки, найди командира, слипы, и там же остаешься, слипаешь. Давай подземный. Танки забирайте и волны сбиваем. Сразу не врывайтесь, только дайте им тритовать и на пулы киньте. Главное, волны сбивайте с пробудителя, возьмите их в таргет. Дай бог, хоть одна пройдет. А чё ты там стоишь? Волну сбейте. Ну то чё, ёб твою мать, две волны? Возьмите пробудители в таргете милики. Сбивайте им волны. Каст волна. Заберите что танк. Дайте таунты им, мобам. Волна, красава, Елизаветочка. Еще две. Да опасно тут сбивать, они крутятся в разные стороны. Так все, оставьте еще одну волну. Сзади просто встаньте и все. Ёпта. Не крутите их тоже, они у вас вон ходят.
Ой, должно быть. Ищи, вставай, а тут лететь минута. Вы можете здесь долететь, ребят. Упали, встали, прибежали. Да отойдите от мобов, что вы там стоите? Отойдите назад. Встали, прибежали, не лежим. Разбойник смерти Макдрейд, обычный токен. Командир убейте. Не, ну это хуя, браток. Ты понял, 2000 вообще. Ставь. Заново. Двушку ставь. Ставь двушку. А, бля, так нельзя, лол. Сейчас-то, прибиты. Сейчас, погодите, погодите. Блядь, как здесь отменить-то, ё-моё. Биты. Влево идем, бери Свиана и чуть левее его ставь, как на него смотрим. Вправо никто не убегает, чтобы пак не спулить. И с дебафами влево и назад выходим. Разверни босса. Чисто, мама, ты в файре завтра будешь? Или в каркане пока? Окей. Рыжий, ну ты чё? Уйди влево, не гневай, пожалуйста. Прожмитесь. Берша. Берсусь. Берша. Роги же могут анестезирующим ядом сидеть, не? Ну, если его заранее там да, намазать, но то у нас возможно. Ханта нет. У нас ханта нет. Намажьте, плиз. Пока стоите. Надо не сильно пробивать. По один жрец, чинок-книжник, обычный токен. Да ёба народ. Пал, наверное, забери, а то не успею. Йос, пал, забери. Ты чё крутишь? Уйдите, уйдите оттуда, влево. Уйди босса влево. Блять, танки, вы вообще, конечно, в ахуе нахуй. Можно тут в одного танчится, вы вдвоем, блять, не можете сообразить. На меня это кинуло. Просто взяли, крутанули босса. Да там, на Гёсу кинулось, он решил отойти и не успел подойти. Бать, просто... Ну, я же об этом еще. Говорю. То есть надо было просто прот Паула встать, квадес, и все. Мы так сейчас год будем бить 7 лямов. Надо прибежать. Не зайдешь, это босс. Да, не вставайте, баджика не будет. Опа. Рибис десак нажми. А, ты не здесь. Я входу чилю. Дайте БР по Хвое, я еще кого-нибудь подниму. Хвое. Лазук подними, Хвое. А ты или Аладир. А Хвое СРС, СРС поднимешь. Рыжую, рыжую поднимешь. Чисто маму. Давайте. Аладир. Куда там? Вышли с метком. Хвоя, да, Айсерс, Айсерс, рыжу. Рыжа из Лизаветочек. Чего подняли на хила за 6 секунд? Еще один токен по один жертв на книжник обычный. Стгоу в центр, в рыбу поставлю, зарибафаемся. Не почувствовал. Что сделать? Да, ну. Чего? Кушал рыбку. Заходите там, кто уходил. Мы убили.
Там кто что выиграл, давайте трейдим. Ванда Абиссова, Крит, Дух. Дайте баф. Гессу, садись на маунта. На маунте вот этого болтара цепляешь, приводишь его сюда. Никто не жмет никакие кнопки, пока я не скажу. Ни одну кнопку не жмет на клавиатуре. Просто стоим. Ни бафы, ни на пол, ничего не нажимаете. Мне нужна помощь. Аккуратно, дампак. Тебя бежать надо. Приехал. Не зачинит? Не знаю. Вроде не. Не, нормально. Дерево веди сюда, вот куда я смотрю вперед. Да-да-да, не бейте, ничего не делайте, стоите. Все, можно бить. Этот, Гудвик забираешь. Гудвик, ты танчил во тьме? Нет, цвету. Гессу, ты танчил? Да. Тогда смотри, Гудвик, что сделал. Ой, это Гессу, ну оба танка. Короче, Гессу, ты вначале его заберешь. И во тьму зайдешь тоже ты. А пал, когда он на третий появится, просто заберешь и танчишь на одном месте. Повтори еще раз, пожалуйста, я не услышал. Короче, ты остаешься наверху, и когда он на третьей фазе появится, наверху заберешь босса, и все, на одном месте. А, и все, хорошо. Все остальное там сами сделают. А Гессу ты в свету сейчас потанчишь, во тьму войдешь, там останешься, соответственно. Тогда это... Предлагаю бегать с правой стороны. Сейчас, погоди, этот... Рибис, тогда останешься наверху, кипяти к нему, выйдешь после тьмы. А Рыжая, Петух и ДЦ вы во тьме будете. Ренжи выйдут наверх, Милики останутся внизу. Гессу, иди цепляй верхнего. Выводи его сюда. Сильно маунту, сейчас он завейдит, будем заходить. Да-да, ну просто дай скилл. Ну. Все, отойди. Все, можно идти туда наверх. Протпал танчис, дашь себе боб и фридом на этом, когда 300 тебе будет. Рыжий лазок справа, мобов, корни и смерчусь, что хотите делать. Остальные друли слева и тоже помогаете остальные. Счет и левая рука, скорость СПД, синдры бис. И запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Алло, забери балку, рули. Жаль, что придется прикончить. Понял. Но боюсь, тут замешано и более. Beware. В самом начале я ощутил их настоящего лидера. Огромного сумеречного. Счет реал никому не нужен? Герои. Ладно, Глору ставлю. Мне не знаю, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Глору? Их нужно остановить. Дайте фирвард пристой по танку. Ладно, берите. Гесса, у тебя есть Глора обычно? Есть. О, ну ладно. А, ебать, никому не надо, так я за 4 забрал. Он за 5 забрал. За 6 мертвых хочешь. Это бис на БДК вообще. Особенно на Холионе там новый смысл. Ну, вообще, да, это пушка танка. БДК. Ну, танковская, да, на БДК. Ну, это, у меня грань, мне этот получше. Бульвара тоже. ШМ и горы вперед. Да? Ты на ретрика. Откиньте их. Не, ретрик хуй знает. Ретрик. Лук ставлю с... или чё? А на ретрика чё нет? Я ретрика не играл, просто хуй знает. 4К на лук ставят. Порезайте лазук и асерса, вниз спускаемся. Гессу влево отойдешь, как на босс сейчас смотрим, мы оттуда пульнешь его и стачим. Куда ты вправо побежал, сладкий? Там пак, блядь, уйди оттуда, нахуй. Пак
Поставьте починить целую. Здесь. Да, ну что ты делаешь? Алло! В ахуе, блядь. Отойдите. Вот, заведи его туда. Здесь остаемся, вы почему туда идете? Я сказал, спускаемся и тут остаемся. Зачем туда убежали? Идите назад, мы здесь будем бить босса. Ну вы че, ребят? Ну все же говорят вам, ну камон. Постой. Рыбу поставил. Это когда зайдем, Риби, скинешь каплю в Гессу. Ну вот когда он заходить будет в портал. Второй. По 15. Дайте баф. Флаг по ДК киньте, пожалуйста. Блять, пауэр разбафайте, люди. 3, 2, 1. Погнали. Вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. А можешь повторить, пожалуйста, кто в тьме, кто в свету, какая группа? Это что ты провтыкал? РДД вверх, не милики тьма. Или ты хил? Все, понял, спасибо. Подземный вышел. Рибис наверху диспелишь, а внизу диспелит ДЦ с людей. Бежим вправо, влево. Вправо проще. Блять, какой лево, какой право? Ты о чем? Ты не знаешь, как бегать, что ли? Ну, обычно по часовой как себе. Ну, обычно по часовой сложнее бегать. Не. Заходим. Блять, ну шо вы... В крест стали? Чё пиздец, ты раньше зашел у танк? Все, убегай, сама себя диспелишь. Диспел. Крути. Крути. Остерегайтесь теней. Ну не надо так сильно, очень сильно крутишь. Не надо так крутить сильно. Вышел. Ты чуть-чуть закрутил все это, обучик. Прям сильно крутишь. Дайте Геру. Остерегайтесь теней. Отойди чуть-чуть от центра. Понял. Есть свет, и я есть тьма. Выйдите там наверху, Бернси. Нет. Лазук, уходи. Вышли все. Рогу поднимите, рогу вниз упадешь. Наверху бегайте за... На Рибиса кинул метку. Вроде бы. Курка вышли. Лезвие. Ну ты что делаешь, танк? Гёсси. Ничего. Ну, бля. Ну, не докрутил я. Ты вообще не крутил. Дайте БР, там еще есть. Свету чуть подстопнули. Не бейте свой. Закручивай чуть-чуть. Отойдите от центра. Впритык не стойте к центру. Все, не надо крутить дальше. Чуть-чуть подкрути. Чуть-чуть, не надо его прям водить, чтобы мы бегали. Мара, жмите свет, стопните свет, не бейте. Свету вообще не бьем босса, не бьем свету не босса. Не переходите, свету. Свету не бьем, чуть-чуть можно бить. Могу в тьму прыгнуть на маге. Давай. Там лезвия нету? Есть, я тебе скажу. Подкручиваю немного.
Все. Спрыгай, прыгай. Не надо, я уже прыгну. Все, все, ты не прыгай, не прыгай. Так я уже тут. Ну выйди, маг. Бля. Святой, бей, больше бейте. Прожмись там наверху, попал. Лезвие еще будет. Закручивай. Отойдите от центра. Ебать, ты его кружишь. Понимаешь, что он с хвостом хуярит? Что ты делаешь? Пиздец. Иначе я в лезвие бы попал. Там иначе я в лезвие. Бля, надо выйти наверх, я выйду. Закрутишь, короче, рыжий там подскажешь. Свет, семья. Антур, все, мог бы не уходить. Портопал, смотри, небольшая ремарка. Когда ты пенсионерка, ты себя диспелишь и пробегаешь насквозь его, чтобы он на 180 повернулся, а не вроде бог, чтобы хвостом всех ебать. Не надо так сделать, просто чуть лево, либо вправо отходишь от метеора и все. Так. Хиловская чешуйка. Я не про метеор говорю, я про метка. Или отбежал к стенке, дисплейнул, прибежал снова. На будущее в обычке становиться надо не с левой стороны, а с правой. В хэме, соответственно, с левой. Писовый треник, ребят, ее нету в бесе, но это лучше многих треник, которые у вас одеты. Хилы. Давайте трейды, кто там что покупал. Надо понять, какие токены поставил, какие. Обычки так какие-то есть, да? Да. Крит скорость его заклинания плащ. Там токен нормал ДК, я 1000 не ставил. Все, подожди, я же тебе 6000 дал. Не, у меня 5к, дайте почту. Поставьте почту. Подожди. Да ты не можешь, у меня кап, еще раз говорю. Почему? Поставьте почту. А? Блять, у меня кап. А, понял, извините, сорян. А у меня откадашось. Блять, сагрили мобов. Выходите, выходите. Выйдите просто и все, мы вот забрали, съебаемся. Так, тогда слушай, ты скинешь мне? Да, мне не дали. Yeah. Чего тебе сделать? А как получается, если у тебя кап денег? Или ты... А, ты блять, я сейчас их перекину, не заморачивайся. Я okay. Сейчас тебе все скажу. Давай, выкину. Танковские ноги. В счет доли можно? Да, ну. Так, сейчас выйду. Ну, зайдите портал сюда внутрь, наверху. Все отдам. Кто что брал, дайте трейд тут 3 токена. Я просто не знаю, сколько из них продал. Давай кипите трейд. Вот, заебись. Все, спасибо, пошел спать. Давай. Конать. Так, все забрали, правильно? 4000 за счет доли тогда. Угу.